Печальную новость сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Черняева, ведущая детской программы. Умерла ее подруга и коллега, 41-летняя Кристина Смоловская. Казалось, что причиной смерти телеведущей и танцовщицы стал коронавирус. 7 лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей. Доверяли ее авторитету, такту, доброте, светлая память светлому человеку. У нее диагностировали COVID-19. Кристина не прививалась. Поделилась Черняева. Напомню, Кристина была известна многим как участница шоу «Танцы со звездами», мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратная чемпионка России среди профессионалов в 2012 году. Танцевала в рамках проекта вместе с актером Маратом Башаровым. Пара заняла 3-е место. Кроме того, Осмоловская окончила ГИТИС, поэтому снималась в сериалах «Адъютанты любви» и «Моя прекрасная няня». Лежала под аппаратом ИВЛ. Ей был 41 год.